Скажите, ребят, довольны ли вы выступлением сегодняшним в короткой программе? И все ли у вас получилось? Ну, большинство элементов были выполнены неплохо, но были маленькие недочеты, которые сказались на баллах. А как вам вообще выступать в Петербурге? Хорошо, город нравится, красиво. В общем, это первый раз. Все очень нравится. Мы приехали на день пораньше. У нас то есть день свободный был. Сходили на Дворцовую площадь, в Кунсткамеру. Все очень понравилось. Очень красиво. А зал как принимает вас? Тепло. Тоже очень тепло. Да. Расскажите тогда о своей короткой программе. У вас музыка Moon River из фильма «Завтрак Тиффани». Вы катаете образы из фильма или, может, это какой-то другой образ, придуманный тренерами? Что именно вы воплощаете? Ну, вообще, нам очень понравилась музыка. Да. Хотели сделать похожие костюмы, но решили придумать что-то свое. И у вас получается такая история взаимоотношений, да, я думаю. Да. Вот. Тогда спасибо за интервью. Желаем вам удачи в произвольной.